Здравствуйте, дорогие читатели, почитатели рецептов народной медицины из Зауральского казачества. Я Аглеев Владимир Андреевич, онкотравник-целитель лесостепной зоны Южного Урала и Зауралья, проживающий в настоящее время в Германии. Представляю вашему вниманию лапчатку высокую или курильский чай. В интернете я опубликовал много информации о курильском чае, о приготовлении водного настоя, спиртовой настойки, мази с участием курильского чая. Вы найдете очень много интересной информации. Желаю вам приятного просмотра и прочтение моих рецептов в интернете. Очень полезная, интересная информация. Курильский чай понижает повышенное артериальное давление крови от 30 до 36 единиц, мною испытанного многократно. Желаю вам приятно просмотреть это видео, прочитать подробные мои рецепты траволечения с участием курильского чая. До новых встреч в эфире. До свидания.